Ну вот, мы с Олегом на точке сбора. Ждем остальных. Сейчас стартуем. Олег, скажи, нам этого не хватало целых два месяца. Здесь подниматься будешь? Коля, мы верим в себя. То есть ты ебаться оттуда, бля, эпично будешь лететь. Стой! Как говорили, Коль, не надо! Ну ты уже был тут. А пока ждем ребят, накатим с Олегом по маленькой. Дабы не было сомнений, это все-таки лимонад. Мы за здоровье. Шумят, рычат наши ребятки, едут, наконец-то. Давно не видались, по всем соскучились. Ща помчим на маршрут. Ух, трое уже есть, четверо, пятеро, шестеро, семь. Здорово, парни. Здорово. Рад всех видеть. Здорово. Давненько не видались. Здорово. Серега. Здорово. Войсковой части. Сейчас уходим в лес. Эх, вороночка подзаросла. Заросла как? Давно здесь не были. Выехали из леса. Сейчас пересекаем трассу. И уходим опять грунтовкой в поля. Дальше на маршрут. Давно здесь не были. Так заросло все. Так непривычно это летом видеть. Обычный наш маршрут зимний. Здесь проходит. Берпи не едет! Олег, это что, Берпи не едет? Здорово, Сань. Здорово. Как она? Давно не собирались. Сегодня наш выезд, посвященный для нормальных людей испортившейся погоде. Для нас самое то. Прошел дождик. Не очень большой, грязи нет, как таковой. Но пыли тоже нет, что, в принципе, для нас самое главное, дабы не задыхаться. И не жарко. Некоторые ребята по-серьезному одеты. Для дождя, для грязи. Ну, мало ли. Небо хмурое, может ливануть.
даже в мертвом городе перекопали. Переезжаем трассу. Сейчас до свалки уходим. Выходим на возвышенность и сейчас уходим в поля, и все, и наш маршрут пошел по полям, по большому кругу. Пару-тройку живописных мест должны посетить. Ух, красота какая. Довольно-таки крутой спуск. Ребята спускаются там. Эта группа здесь. Красотища! Сейчас заедем в поля. Там, где убранность, стерня уже не очень. А вот то, что яровая, пшеница, ячмень не убраны. Красиво! Подсолнухи, вообще загляденье. Форсирование водных преград. Верти. Очередной спуск. Сейчас к нему поедем.
господствующая высота. Очень высокая горушка по местным меркам. Хороший обзор. Вид, правда, здесь весной, где-то в мае, в апреле, когда зеленеет, все, начинает зеленеть, самый обалденный вид. Ну и сейчас красиво. Ну а сейчас наша группа «Привал», будем перекусывать, пить чай. Поедем дальше. Спускаемся с горошечки. Заехали в дремучий лес. Кто здесь дремлет, правда, непонятно. Че, парни, ни у кого с собой гидрика нет? Гидрика ни у кого с собой? А то можешь спустись. Это тоже запрещен. Спуск запрещен, видишь? Так, то есть здесь можно спустить квадроцикл? Ну все, спускай, я снимаю. Квадроцикла-то нету. Квадрики тоже можно спускать. Пробили, что ли? Да не, не видно просто. Спускает херная, почему здесь? Ну так, блядь, надо водой хотя бы. Нет, ну если ты хочешь так определить без воды, это надо накачать и голой рукой просто вот пройти. Ну или вон, да. Хотя просто, да, полить. Послать. Полить, все, ну, видно будет. Бутылку взять пустую, воды набрать и полить. Пописить можно, еще легко. А ниппель не пропускает? Не, писать неправильно, когда есть вода. Река Кинель. Солнечный облачный день. Пообедали. Двигаем дальше. Красота. Поедем? Вот здесь? Будем. Здесь подниматься будем? Да, что? Не поднимемся.
Ну не, поднимемся, наверное. Просто если въебаться оттуда, бля, эпично будешь лететь. Да. Коля, мы верим в тебя. Не, ну оно может быть просто вот на вершине, там круто. Да, да. Там, блядь. Бля. Мотает, да? Мотает и сильно мотает. Бля, Коля, вставать нельзя, блядь! Тихо, все, тихо. Ебать, вот нахуй это надо было, блядь. Не, нахуй надо, но просто вставать-то нельзя. Вот это приключение, блядь, здорово. Я просто, блядь, на поле поломку в поездке. Не, сейчас самое главное, чтобы Колёк аккуратно заехал. Потому что спускаться вариант-то херовый. Да заезжать тоже херовый вариант, блядь. Там вот, видишь, в конце вот, бля. Ну а чё? Он как ебать. Бля, может, от греха бы ему помочь? Бля, Колёк. Блядь. Чё, может, погнали, парни? Ну ему надо тогда прорать, чтобы он стоял, блядь, там. Бля, ну он не услышит нихуя, блядь. Ну пошли, чё. Пошлите, парни. Коля, стой, блядь. Блять, ему бы стоять, как бы показать. Стой! Как объехать? Стой! Марат, дорогу, знаешь? Колёк! Коляныч! Живой! Сейчас удлинителей накидаем. Ну, у нас их довольно-таки много, но просто разворачивать. Хотя... Сейчас, погоди, самое главное с него не слази, ничего не дергайся. Марат, может развернуть лучше? Кого? Его. Нет, мы сейчас с толпой туда спустимся. Ну, здесь, да, здесь подъем, конечно, пиздец. Подъем пиздец. Тем более, это, песчаник, это... Как, мет, как он? Ну, он там шел по... Мел, короче. Было, бля, а тут нахуй... Мы отпускать тебя не будем, мы тебя держим в любом случае. Но если, не дай бог, что, ты, бля, его не старайся до последнего держать. Помни, это все-таки железяка, а... Как... Нет, Коль. Железяка, который мы будем держать. Мы его удержим, ты не ссы, но мало ли. Коль, катиться ему не давай, прям рывочками, маленькими, потихоньку, по чуть-чуть. Если он сильно покатится, мы не сможем удержать. Руль. Руль выверни, вот так, да. Я не так стрелять, я вот так. Нет! Стой. Теперь ровный руль. Придерживай, Коль, придерживай. Все нормально. Я сижу. Санек все контролирует нормально. Хоть 80 килограмм всего лишь. Сижу. Давай. Как говорили, Коль, не надо. Ну ты уже был тут. У меня БРП. Так, Марат, мы попадаем на площадку? Пока нет. А то просто с моей стороны мы вроде как уходим от нее. Колеса чуть-чуть. Ты куда поворачиваешься? Подожди. Пока прям. И очень медленно. Тебе тяжело, да? Ну как сказать? Нет, мы сейчас до площадки его запускаем, просто удобнее смотреть с нее. Смотри, там не уедут, ебать. Давайте там готовы вниз опускаем тогда, да? Ага, ебать. Блять, мы нас разворачиваем. Давай так спустим и все, блядь. Не, Коль, круто. Но вон там можем не удержать. Сейчас давай до площадки дойдем, будет видно. Коля, руль маленько туда. Да? Да. Иначе на тропинку не попадем. Ага. Еще чуть точек. Выравнивай. Ну примерно, да. Там если что подкорректируем. Марат, смотри, чтобы у тебя там никуда он это не ушел. А то у тебя там какой-то обрывчик. Не, Коль, не надо руль.
Ты лучше тормозами активнее пользуйся. Коль, не давай ему катиться. Как АБС. Чуть прокатился, остановился. Чуть прокатился, остановился. Коротенькими рывочками, чтобы он и в юз не пошел, и не разгонялся. Здесь хуевое место. Хуево. Вот нам сейчас еще 10 метров, и будет пиздатое место. Я думаю, руль надо вывести. Смотри, Марат, у тебя, у меня нормально. У меня тоже нормально. Коля, просто... коротышами не давай катиться ему постоянно. Тихо. Стоп. Да, иначе он тебя бочком. Еще, Коль, чуть-чуть. Чуточек. Хорош, рули прямо. Стоп, Коля, не давай катиться. Вот сейчас, пацаны, готовьте сейчас такое скользкое место. Метров пяток. Лучше по сторонам разойтись. Коль, рывочками раз. Отпустил плавненько. Раз, отпустил. Сейчас вот чуть-чуть, и можно его одного отпускать. Да не надо, блядь. Пацаны, как отпускать будете, меня предупредите, я отойду, кадры лучше. Извини, Коль, ничего личного. Контент. Все, Колёк, хорошо будет. Пацаны, прям 3 метра. И перекур. Нет, у нас площадочка будет. Вот из-за одного, блядь. Все жопа были, блядь. Всем кока-колу ледяную. Как говорили, Коль, не надо, да. Не надо. Дай сначала вторые поменять. Ну да, но он же не дал поменять. Сразу поехал. Пацаны, давайте покурим. Коль, тормози. А то что-то это, нога отказывает, которая упором служит. Ты куда поехал? Че он тебя так подувает? Ты все его зафиксировал? Я вот тут покурю. Погоди, не надо. А чё, чуть-чуть? Не, он там ебанется тоже на раз. Марат, Марат, он чуть вильнет и пизда. Погоди, перехвачусь. Да! Коля, рывочками, куда ты погнал? Принцип АБС, Коль. Ну да, ты себе руль чуть это, не так. Веду репортаж с экстренной эвакуации Николая с его БРП-хой. Паренек настолько отчаянный, что решил взять вот эту вот горочку. И не рассчитал. Немножко лишку там метров над уровнем моря оказалось, не потянул. Но здесь набежало много трудолюбивых муравьев, квадроциклистов. И потихоньку, полегоньку, взяв за все, что торчит, за все, что можно зацепить, практически спустили вниз. Че, разворачиваете что? Не, пацаны, давайте мы его подстрахуем на развороте. Не ты стоишь, надо всем встать. Сейчас ебанем. Коль, стоп. Парни, пошлите бочину. Да, сбоку сейчас. Только, Коль, пока сейчас все не подойдут, не трогайся. Тиморуль максимально, да? Как? Неумно стоять под ним, то мы это делаем. Мало народу, кто уже терёгает. Так, давай. Пока еще. Давай, здесь еще 1.5 метра можно.
Там обрывчик, как раз перед обрывом он впередок. Блядь, здесь вот как держать? На этом, давай, 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 давай. Он не идет, я тормоз вообще не держу. Ну ты сейчас маленечко назад. Включай заднюю, все нормально будет. Коль, тебе надо немножко еще назад. Все начинается с крика «смотри, как я могу», а заканчивается «смотри, как надо». Давай, давай, Коль, еще чуть-чуть. Коль, еще чуть-чуть, чуть-чуть. Коля, чуть-чуть. Право руль, право руль. Теперь до отказа выкручивай. Не стой, не стой, не надо. Вот вставай где-нибудь с той стороны, возьмись за багажник. От греха. Стоп, стоп, Коль, трос, лебедку заматывай. Руль выверни обратно. Влево. Влево. Руль вот сюда. Радиатор намотай. Лебедку замотай. Да, лебедку. Ну или хотя бы ее на бампер. Вот так вот мы держим колька, чтобы не улетел. Не, а что стой? Он все, он встанет. Все, останавливайся. Стой, Коль, стой. Колек! Коль! Сейчас спускаешься. Доезжай с жопой до камыша и с разгону. Ну что, вот этих пацанов можно смело зачислять в МЧС. Пожары тушить еще не умеем, но спасательные операции проводим на раз. Правда, запыхались сильно. Как будем его назвать плохим словом? Давайте обойдемся. Давайте, у нас будет время придумать эти плохие слова. Пацаны, улыбаемся, машем. Там три квадра. Коля, что вы можете сказать в свое оправдание, что вы не взяли эту маленькую горку? Я родился второй раз. Я так думаю. А почему ты снял штаны, в которых был? Испачкались. Да не, Колек, молодец. Самое главное, что не надумал разворачиваться. Ну, не мягко, но... Но не пешком в гору. Знакомьтесь, Коля Скала! Да ладно. Не, ну ахер, ты заглуши, посмотри, где ты завис. Коль, давай теперь вниз. Коль, ты отсюда оценишь высоту, ты же не видел ее. Богданская часовенка, внизу родничок. Квадроциклист на водопое. А, святой источник Богдановки. На святом водопое. Вот здесь вот это нормальное явление, что народ заезжает, всегда набирает по много воды. Здесь практически всегда кто-то заезжает за водой. Почем Кагор, Олег? Колян должен вообще-то. Колян говорит, сейчас до богдановского магазина, там я все что угодно разолью. Проводник в думках, куда дальше?
обменялись с Колей квадрами. Попробовать. Я на BRP, он на CF-ке. Поменьше, по-моему, его получается, да? Такой прям побольше, он потяжелее видно, прям. Бля, плавно идет. По сравнению с этим с вертлявый, непривычно. Бля, по динамике, бля, в принципе, наверное, примерно одинаковые. Подхватывает динамики, вообще, да? Обалденно тебя. Что обалденно? Подхватывает, здесь. Подхватывает, блин. Только вот единственное, бля, во-первых, ну, руль стоит. Хватает. Этот прям ровно у тебя, кочек, не кочек, я смотрю, бля, вообще. Руль стоит ровно. Не как у меня, бля, упираюсь. А-а-а. Или может чуть повыше, пониже. Ну, привыкать надо. Ну, да. Ну, вообще совсем по-другому. Ну, вообще посадка другая. Движок по-другому работает. Динамика разгона, знаешь, как-то она, бля, то ли оборотами отличается, то ли чем. В смысле, по разгону примерно так же, как-то, ну, движок по-другому шумит. Хватает по-другому, да. Не, ну, с другой стороны, абсолютно разные. Ну, да. Один катаешь? Да, сегодня да. По много народу собираетесь? Да нет, мы так, друзья, 2-3 человека. А вы? Вчера был дождь, ага. Повод выкатиться. Ну да. Но сегодня пыль уже. А так кружок нормально сделали. Километра. 154 километра. Не засекал сколько из дома? Сейчас сколько? Не смотрел? Без привычки что-то, блин, жопа деревянная. 151 у меня. 151? 133 километра. Нормально. То есть получается дальше всех живу. Поехали. Давай. Все, давай. То есть пока ночевки не договорились, да? Нет. Ну давайте, парни, все, рад давай. Был всех повидать. Спасибо всем, давай. За покатуху. Всем баба. Ага, у него там броня, он как. Все. Счастья, удачи. Да, да. Теперь нам. Давай, спасибо за покатку. Давай, давай. Рад был увидать. Взаимно, взаимно. Как что, я на связи. Ну смотри, говнецо, если развезет, можно не ждать группу, можно где-нибудь полазить. Ну давай, кстати.